познакомились с технологией изготовления тибетской бумаги. Всем привет. А также работой по ликвидации бедности и... сейчас я дальше покажусь. Чтобы послушать короткий диапазон волн на радиоприемнике. Верас РП 225. Вот такой вот. Не знаю, что там называется. Китай, по-моему. Китай на русском языке. Вот такая вот штука. Международный диапазон, короткие волны, 25 метров, в общем, все круто, слушаю короткий диапазон волн. Вот такая вот антенна, ну, в общем, все круто. В общем, подписывайтесь на канал Ретро Радиоприемники. Ставьте лайки, комментируйте. Всем до свидания. А я продолжу слушать новостную программу на китайском радио. Вот такая штука. Американских товаров снижается. Прогноз предприятий становится неустойчивым, что служит препятствием для нормальной предпринимательской деятельности.